Привет, я Фрусти Темплар, и это опять страшная ебала 3. Давайте продолжать, начать нажми быстро. Давайте продолжать, давайте играть, давайте решать головоломки, давайте убивать зомбарей. Ну а ты не смотрел предыдущую серию, ссылочка на плейлист в описании под видео. Обязательно посмотри, поставь лайк и не забудь подписаться. Так, я забыл, на чем мы там остановились. По-моему, мы решили какие-то головоломки, а дальше не поняли, куда идти. К паукам идти не вариант. К паукам мы не пойдем. Там ничего интересного, скорее всего, нет. Не, может быть, есть, но, скорее всего, ничего интересного нет. Мне немножко опять подсказали. Сказали, что нужно ехать... Ага, на B3. А мы, кстати, на B3. И тут должна быть какая-то решетка, в которую мы должны зайти в конце коридора. Блях, это через пауков, что ли? Ну, наверное, да. Наверное, да, слушайте. Через пауков. Ну ладно, пульки есть. Будем опять пытаться убивать. Да возьми ты нож, ради бога. Вот. Вот. А можно в них сразу выстрелить, чтобы они... Да возьми ты дробовик, ну что ж ты будешь делать, да? Нет, наверное, нельзя, чтобы они не выползали. Наверное, они должны выползать, да? Так, пропустим. Убегаем, 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 убегаем. Эй! Паучары, сучары, сюда идите, нет? Паучки! Я бы сжег весь этот этаж, потому что тут опасны эти страшные, ужасные пауки. Вот где они? Где? Я просто боюсь, что я сейчас пойду... Ага, вон он. А! Он тут! Он тут! Минус один! Даш! А давайте посмотрим, может быть, мы сможем скрафтить себе кровь, потому что у нас не хватает ХП. Пауки нас долбают просто так. А вообще, давайте уровень сложности возьмем, да? Сменим. Ага, обойдемся, да? Видно, обойдемся? Да, наверное, обойдемся. Давайте посмотрим этот дневник. Так, комбинирование крови. А плюс Б, А, Б, А плюс МП, плазма. А, Б, восстановление здоровья 60%. Плазма, восстановление здоровья 100%. Их можно комбинировать, да? Было бы что комбинировать, конечно, было бы хорошо. Ну ладно. Поехали на Б7. Там безопасная зона. Посмотрим, получится ли у нас... Не получится. Попробуем найти кровь. Может быть, у нас там где-то в инвентаре валяется. На складе нашем. Но я не знаю, я не уверен. Но пауки я будь. Прям пауки я будь, будь здоров. Но крови тут нет. Я уверен. Мы всю кровь потратили. Да, крови нет. И что делать? Как быть? Надо, короче, пауков по одному выманивать. А для того, чтобы, возможно, они не выпускали маленьких паучков, их надо сжигать. А бензина у меня нет. Ну, замечательно. Игра просто дает нам... Повод умереть, наверное. Больше ничего она нам не дает. Ничего нам не дает. Так, нож взял? Да нож возьми! Да что ж такое? Почему он на двойку не берет нож? Должен брать на двойку нож. Так. Инвентарь полный. Давайте возьмем бензин. А что мы можем выкинуть? Отмычка нам нужна, зажигалка нам нужна. 1270, да? Давайте выкинем пока что вот эти патроны. Да, все 5. Так, плюс 3 бензина, хорошо. Бежим, бежим, бежим. Их надо по одному. По одному их надо ловить. По одному. Дверь, 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 дверь. Да, давай, 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 давай. Сжигать. Ага. Жёг. Хорошо. Где второй паук? Второй паук где? Где вторая паучара? Тут? Нет. Там? Не спешим. Пауки эти ужасные. Вон он.
Жог. Все. Вот. Сжег паука. Хорош. Ох. Надеюсь, это все. Надеюсь, что тут пауков больше не будет. Хотя не зря нам просто так дали патроны. Наверняка тут будут еще пауки. Но, по крайней мере, можем осмотреться. Тут какая-то дверь можно сломать? Нет, сломать нельзя. Так, а можно сохраниться? Сохраниться — это только бежать опять на склад, сохраняться. Нет, нам это не подходит. Но если родятся пауки, мы ноги в руки и вперед просто бежать. Просто бежать на сохранение, на склад. Что это такое? Кровь. Инвентарь полный. А, так, давайте бензин. А, бензин выкинуть нельзя, да? А, давай пока отмычки выкинуть. Мы их подберем. Хорошо, что можно подбирать. А, применить. Пакет крови АБ, по-моему, 60% здоровья. И это хорошо. Так, рычаг нельзя. Больно он как-то светится. Палевно. Я думал, что можно его крутануть, а оказывается нельзя. Ладно. Хорошо. Будем иметь в виду. Блин, темно тут, как непонятно у кого в заднице. Еще пулечки. Пулечки мы берем. 12.70 для дробовика. Для дробовика это прям хорошо. Была подсказка, что на этом этаже где-то в конце должна быть решетка, которую надо вскрыть болторезом. Но сказали, что решетка должна быть, а где найти болторез, не сказали. Вот решетка. Дверь блок... А не можешь нихуя. А я вот... Ха! Не можно. Ладно. А где найти болторез? Болторез-то нема. На складе у нас тоже болтореза, кстати, нет. Но, возможно, он где-то тут. То есть мы его просто не видим. Вот тут вот есть еще паучье логово, наверное. Можно сломать, наверное, да? Ага. Ага. Дробовик. Болторез должен быть где-то здесь, на этом этаже. Я уверен, я в это верю. Нашел секрет. Что это такое? Балка. Зачем мне балка? Болторез нужен. Улички. А что за балка такая? Ну-ка, давайте посмотрим. А, молоток выкинуть нельзя. Это выкинуть нельзя. А, давайте опять отмычки выкинем. Просто что это такое? Доски. Дюжина досок и гвоздей. Это, наверное, окна баррикадировать. Ну, ну ладно, пусть будет. Блин, нам выкинуть нечего. Пуль мало. Инвентарь маленький. У нас отмычки. Отмычки жалко. Отмычки жалко. Ладно, в жопу эти... Ага, доски уже выкинуть нельзя. Вот это да. Ключ. Непонятно, от чего данный ключ. Бензин. Бензин тоже выкинуть нельзя. Ладно, пусть пока отмычки валяются, хорошо. Запомнили, что отмычки тут. Человечек. Человечек мы забираем. Не знаю зачем, но человечка забираем. 5 из 25. Так, болторез. У меня такое ощущение, что болторез не на этом этаже. Дверь заклинила. Я уже обрадовался, что это нужная нам дверь. Может быть, в машине? Машина грузовая, должен быть болторез хоть какой-то. Хоть что-то же должно тут быть. Тут даже ничего не светится, чтобы это взять. Но ничего нету, где болторез? В гараже нет. Это опять кататься по этажам, искать болторез? Это такое себе удовольствие. Ну, ладно, поехали. Ну а что делать? А нам делать ничего не остается, болтореза нет. Может быть, он прям у двери валяется? Вдруг нам так сильно повезло? Нет. Или я слепой, я как всегда невнимательный, и мы болторез просто где-то пробежали. Или же болторез не здесь. А мы вообще видели болторез?
Мне кажется, он был в больнице. Где-то мы что-то с болторезом применяли. Но тут болтореза не было. Пусто. Давайте ящички проверим. Дверь заклинила, дверь заклинила. Ага, дверь отклинила. Хорошо. Болторез, болторез, где ж прячешься ты? Болторез, болторез. Так, ящики пустые. Всякие канистры. Ящик нельзя открыть. Болторезик, болторезик, болторез. Где же найти мне тебя? Позарез. Может быть тут-то? Ну а что, склад? На складе вполне может быть болторез. Это патрончики. Это какие? Это 12,2×3,4. Хорошо. Я не знаю, для чего эти патроны. Пусть остаются там. Болторезик, болторезик. Нужен нам прям позарезик. Дверь заклинила. Черный порох. Инвентарь у нас полный. Вот беда прям с инвентарем. Мне кажется, что в такой игре можно было сделать неограниченный инвентарь. Тут надо очень много всего нести, а заниматься микроменеджментом в инвентаре мне не нравится. То есть приходится туда-сюда бегать. Это своего рода искусственное увеличение длительности игры. Ну, как мне кажется. Я не знаю, там ты со мной согласен, не согласен. Если согласен, напиши. Если не согласен, тоже напиши. Болторезик был... Но тут нет болтореза. Если бы он был, мы бы его нашли. Наверх. Наверх. Наверху ничего нет. А12. Может быть, где-то... Да он наверняка где-то есть. Мы его просто не видим. Я тебе говорю, он где-то есть, но мы его не видим. А еще есть такая штука в таких играх, где надо вот искать всякие предметы. Ты вроде начинаешь искать внимательно. Буквально заглядываешь под каждый угол. Что это такое? Ага, патроны для пулемета. Мне пока не надо. Буквально заглядываешь под каждый угол и ничего не находишь. А потом то, что тебе нужно, находится где-то на самом явном месте. То есть болторез будет лежать в ящике для инструментов. Болторезик, болторезик. Нету болторезика. Ладно, поехали по этажам. Поехали искать болторез. Где чертов болторез? У меня, кстати, дробовик есть. Я не могу решетку отстрелить. Ну, я бы пошел проверил, но маловероятно. Так, Б9, поехали опять по этажам. Поехали искать по этажам. Погрузочный комплекс. Вот тут может быть болторез. Вполне. Он тут может применяться на погрузочном комплексе. Почему? Потому что тут всякие ящики. И вполне обрыв провода. Давай соединим руками. Так вот подтянем, да и все. Он все равно... Опа. А здесь а что? А тут и давление. Я подумал, там тайный проход какой-то. Ну, тут тоже нет болтореза, ладно. Вроде бы внимательно посмотрели. Я за свою внимательность не ручаюсь, но вроде бы внимательно. Б8. Центр клонирования. Тут, по-моему, нужен голосовой ввод. Если я не ошибаюсь. О. Так, это нам не надо. Давайте ее убьем через дверь. Нет? Нажми на кнопку, там наверняка кнопка есть. Красная, жми давай, откроется дверь. Давай, 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 давай. Видно, нет. Тут тоже болтореза нет, хорошо. А Б7, да, это самый большой этаж, давайте его оставим на потом. Б3, бляха-мух, мы же только что оттуда приехали. Комплекс генетики, нет, не туда. Не туда. Обратно. А Б2. Лаборатория. Тут, по-моему, без респиратора нельзя. Тут нужен респиратор. А респиратора нет. Но там есть зомби. А Б1. Б это больница. Б значит больница. Станция метро тоже не работает, но может быть тут где-то валяется болторез. Что-то блокирует дверь. В больнице мы бегали, ходили, искали. Там тоже ничего интересного нет. Но у нас есть какой-то ключ.
Так, там зомбиары. Давайте еще побегаем по больнице, посмотрим. Вдруг что-то мы упустили. Вдруг тут где-то есть чертов болторез. Сильно я сомневаюсь, но вдруг. Мало ли. Должен же он где-то быть. Он наверняка где-то на столе лежит. Так, места нет. Ой, господи. Господи, боже, дай мне пороже. Найди мне болторез. Будь так добр, позарез. Лифт не работает. Опа, ученый. Весь он толченый. Дохлый ученый нам не нужен. Хорошо, что пока что есть патроны, и мы научились их крафтить в прошлой серии. Плюс у нас есть инструкция, как их крафтить. Так что я думаю, без патрон мы не останемся. Научились бы мы делать болторез. Вот это было бы хорошо. Это было бы очень удобно, очень интересно. Здрасте. Повернитесь. Повернись ко мне, улыбнись. И башку свою расшибись. Так, болтореза нет. Смотрим внимательно. Тут может быть болторез. Жижа нам не нужна. Пакет крови. Ценная штука, но у меня инвентаря нет. Давайте кого-нибудь сожжем, чтобы потратился... Ну-ка. Показалось, что какая-то кнопка была. Возьмем лучше пакет крови, чем бензин. Хо! Напугал меня. Нужен ключ. Но у меня есть какой-то ключ. Он что, не отсюда, что ли? Патроны премиум класса. Давайте его сожжем, бесит он. А, его нельзя сжечь. А почему? Кто здесь? Я кого-то слышу. Давайте вот эту сожжем. Как они страшно горят. Просто прям страшно. Так, кровь Б. Ладно. В больнице пусто, выросла капуста. Лифт не работает. Почему лифт не работает? А вдруг там болторез? А болторез-то нема. Так, ладно. Болторез может быть на этаже Б7. Это единственный этаж, где мы не открыли все двери. Поэтому поехали. Тут заблокировано кодом. Так, внимательно. Внимательно смотрим, внимательно ищем. Тут патроны. Возьмем. Так. Возьмем такие патроны, потому что положим их в хранилище. Пусть хранятся. Нужно лекарство. Блин, дрова, я думал, болторез. Тело какое-то. Где чертов болторез? Может быть, где-то в ящиках с инструментом. А может быть, вообще в хранилище у нас есть болторез. А вдруг? Не, ну это было бы очень легко, это было бы очень тупо. Так. Тара-та-та-та-та-та-та. Тара-тара-тара-тара-та-та-та. Болтореза нема. Давайте дюжину досок положим сюда. Давайте ноутбук положим сюда. Ключ оставим. Код от кейса пока что уберем. Вот так вот. Чтобы инвентарь у нас был более-менее забитый. О, ну-ка. Нужно придумать, как спуститься вниз. А как? Прыгай просто, да и все, там не высоко. Я тебе говорю, честное слово, не высоко. Нужна, наверное, веревка. Еще одна загадка. Болторезик, болторезик. У нас есть еще ключ от чего-то. Не могу понять, от чего. И на ключе тоже не ясно, непонятно. Опа. А мы здесь были? А мы в этой комнате были? А, ну это комната с шахматами, точно.
Были. Может быть, ванный болторез. Какой-нибудь сантехник заходил, да болторез свой опрокинул, оставил здесь. Бритва. Бритва есть, болтореза нет. Я, кстати, прикопался к этому болторезу, а вдруг он нам и не нужен. Вдруг нам нужен не болторез, а, например, ключ. Так, дверь заклинила. Тут сейф. Так, а почему с ним нельзя взаимодействовать? Не понял. А мы его открывали? А с ним нельзя взаимодействовать? Подожди, а почему? А почему нельзя? Когда можно? Когда надо? Фонарик, не беси, а не раздражай. Меня и так все раздражает здесь. Сейф, по-моему, залагал. А мы пробовали в прошлой серии ввести тот код с картинки в сейф? Пробовали или не пробовали? По-моему, не пробовали. Я не помню, но, по-моему, не пробовали. 3-3-3, дверь заклинила. Тут вообще пусто. Выросла капуста. Даже капусты нет. Так, а что тут еще-то есть? Интересно, это протеин. Давайте возьмем, попробуем. В комментариях тоже читал, что протеин штука полезная, штука хорошая, но я вот никогда не пил. И пока что не собираюсь. Так. Вот. 0362. Но это от другого какого-то ящика этот код. Здрасте. Забыл покрасить. Чё это меня дернуло-то? Нужен ключ. Да вот, вот. Какой-то ключ. Ну чем не ключ-то? Ключ ведь. Давай этот, втыкай, заходим. 4 патрона, да? А мы патроны убрали, что ли? А, мы же их выкинули. А вот это мы молодцы. А вот это мы здорово придумали, конечно. Вот, ящик с инструментами. Там лежит болторез. Сударь! Давай ножом попробуем. Аккуратно, вот так вот, по чуть-чуть. По чуть-чуть, не подходи, рожа противная. Да подожди ты, сейчас я тебя... О! Хорош. Может, у тебя есть болторез? Так. Ну, это код... А, стой, это же код от сейфа был, а там была этот. Там была ножовка, все правильно. Да-да-да-да-да-да-да-да. Патроны. Наверняка где-то болторез здесь, на кухне. Мы кухню особо не исследовали. Давайте посмотрим. Болторез, вот. Вот наш болторезик-то. Вот он, родной, родимый. Вот он, все, бежим. Прохождение-то сдвинулось с мертвой точки. Все, валим. Валим, 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 валим. Не понял? Не сюда. Не сюда валим. Валим в другую сторону, в обратку. Валим сюда. Вот, сейчас забежим на склад, возьмем патрончики и бежим на этаж Б3. Наконец-то все пошло. Чего? Чего? Ага. Зомбари прут. Прут, черти. Прут. У меня пуль-то мало, сколько вас там еще? У меня одна пуля осталась. Осталась одна пуля. Ха! Хватило одной пули. Все? Откуда вы все вылезли, черти-то? Твари поганые. Неизвестно, откуда повы... А что не жмется-то? Жмись давай. Неизвестно, откуда повыбирались. Так,
9.19 парабеллум. Это тут 9.18 типа Макаров. Препараты опосредуют различные механизмы. Метаболический препарат. Ладно, пока что не нужен. Болторез оставляем. Пуль мало! Точнее, пуль нет. Где мы там выкинули пули-то? Я уже забыл. А по-моему, на этаже B3 мы выкинули пули. А, там, где был секрет. А, нет, стой, там отмычки мы выкинули. А где мы выкинули пули? Пули. Вот я башка дырявая. Вот я дундук. Вот мои пули. Это не те пули. Это 10.70. А мне надо 12.70. Вот это я дундучья башка. Я выкинул где-то пули. И забыл где. Вот это я молодец. Это вообще непонятно, что за пули такие. А, это набор гильз. А что мне делать без пуль? А там зомбарь. Что у меня по здоровью? По здоровью нормально все. А где я выкинул пули? Ну ладно, у меня есть нож. Зук. 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 Ага. Так, болторез из инвентаря не пропал. Он остался. Где зомбарь? Дядя зомбарь, иди сюда. Иди сюда, иди, иди, иди поближе. Поближе, дорогой, подходи. Не обижу. Подходи, подходи. Аккуратно. Подходи, подходи. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Не тяни лапы. Все. Ах ты, зараза. Какой ты уворотливый. Вот так-то. Так, что тут есть? Пули, пули, пули есть. А, эта пленка мне нахрен не упала. Это мы берем. Это мы берем. Так, давайте применить. Это нам надо. Это вот мы прям берем. Это мы любим такое дело. Правда, непонятно, сколько пуль, но это хорошо. Веревка. Веревку тоже берем. Господи, что ж выкинуть? Да. Может быть, тут еще что-то есть полезное. Давайте сначала осмотримся. Ключи. Тоже инвентарь полный. То есть придется что-то выкидывать. Давайте вот это выкинем. Набор гильз очень жалко. Так, ну ладно. Подобрать. Мне нужна веревка. Веревка как раз-таки на этаже B7 применяется. Веревку взяли. Инвентарь забит прям по фулам. Тут всякие порошочки. Блин, а давайте сделаем пули. Давайте сделаем пули. А, выкинуть. А, отмены нельзя выкинуть. Нельзя. Наверное, веревку тоже нельзя. А, удалить. Удалить не надо. Перезарядка не надо. Так. Ладно, берем гильзы. Где мы там их выкинули-то? Вот. Гильзы есть. Мне нужны пули. Пули. А мне выкинуть ничего нельзя, по факту. Нож выкинуть нельзя. Зажигалку выкинуть нельзя. Удалить пад я боюсь. Вдруг я потеряю. Ну ладно. Хорошо. Да ёб твою мать, доберманы! Бежим, бежим, бежим! Бежим, бежим, бежим! Скорее, 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 скорее! К лифту, к лифту, к лифту, к лифту, к лифту! Бежим! Бежим к лифту! Кусают за жопу! За жопу кусают! Давай, давай, держись, держись, держись! Бежим, бежим! А, за жопу кусили опять! Тара-тара! Зигзагами! 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 К лифту, к лифту, к лифту, к лифту, к лифту, к лифту! Ага, ага! Б7! Б7! Сыбались. Да ёб твою мать! Не подходите! Так, бежим, 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 бежим. Тут безопасная зона. Должна быть безопасная зона. Ты сюда не можешь, да? Три пули осталось. Он сюда не может. Не может же, да? Не должен мочь. Не, ну... Безопасная зона. Тут музыка играет, тут безопасная зона, все хорошо. Так, а какие патроны использует эта фиговина? 7,62.
Есть такие. А, давайте набор гильз положим. 7,62 сюда. 7,62 перезарядочка. Да возьми... Какая тут беда с переключением? Перезаряд. А, 7,62, 38,5. То есть это какие-то разные пули. А у меня 7,62, 39. Вот. 38,5. Зачем так много калибров сделали? Перезарядка. Вот. С упором на реализм делали, что ли? Так, давайте болторез пока уберем. Он нам не нужен. А есть патроны на... Есть зеленый порох. Зеленый порох. А, зеленый. 8 патрон 9,19. Фиолетовый. 8 патрон 9,18. Черный плюс фиолетовый. Черный плюс черный. Зеленый плюс зеленый. А у меня нет ни того, ни другого. Это опять бежать в подвал, а там доберманы. Тут есть 4 пули, давайте возьмем. В целом нам должно немножко хватить. Веревка есть. Тут есть 4 пулечки. Применить. Минус веревка. А надо было сохраниться или не надо? Можно обратно? Ага, спасибо. Давайте сохранимся. Так, лента. Винчестер на место. Применить. Сохранить. Снова убрать. Все, спускаемся. Надеюсь, что пуль нам хватит. Надеюсь, что сегодня мы, может быть, дойдем до какого-нибудь босса, если они тут есть, конечно. У нас все еще мало пуль. Паутина мешает мне пройти. Нахрен паутину. Нахрен паутину, я сказал. Там еще зомби какие-то. Вперед. Ну давайте. Дебильный дробовик. Но свою работу выполнил. Хорошо. Может быть, мы тут что-то найдем, какой-нибудь респиратор. Так, дневник. Я настроил свет на определенные комбинации, чтобы нас не поймали. Я определенно гений электротехники. Даже в новом мире мои навыки пригодились мне. Для друзей я оставил следующее сообщение. Если вы пойдете в свете до конца, вы увидите то, что ищете в конце пути. Ага. То есть надо идти по огонечкам. Вот тут есть огонечек. Если вы пойдете в свете до конца... Что такое? А тут тоже есть свет. Электропитание отключено. А-а-а. Может, тут есть какой-то рубильник? Рубильник. Может быть, там? Рубильник. Рубильника-то нет. Ага, вот, вот рубильник. Так, пока что зомби не встают, это хорошо. В щитке вырубило электричество. Так, какая-то головоломка. А что если в шахматном порядке? Ага, тут нет. В щитке выбило пробки. Ну нахрена ты встал? Ну зачем? Ну не надо было. Дядя, ляг обратно. Хорошо ж лежалось, ну не надо.
Так, какая-то головоломка. Давайте прочитаем. Если вы пойдете в свете до конца, вы увидите то, что ищете в конце пути. В свете до конца. А вот это не работает, кстати. Это тоже не работает. И это не работает. В свете до конца. В щитке выбило пробки. Какая-то последовательность должна быть в свете до конца. А что если тут как-то по проводам? Ну он раз. Ну два. Если я все правильно понял, то от генератор первый и второй свет включить, ближний генератор выключить. Третий включить, второй выключить. То есть первый и второй включить. Второй свет включить, ближний генератор выключить. А-а-а! Turn on the third, turn off the second, and so on until the end. А, я понял. Я понял. То есть вот так. Вот так, вот так. Вот так. Вот так. Вот так, вот так. Вот так, вот так. Вот, пошел процесс. Вот так. Включил, нет? Ага. 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 Хорош. Сами догадались. Без подсказок. Возьми ты нож! Вот. Так вот. Возьму-ка автомат на всякий случай. Не нравится мне вот это дело. Порох есть. Пули есть. Код. Код от чего? Код от ноутбука. Отмычки мне не нужны, гильзы. Это 1270, да? Блин, код от ноутбука. Вот нахрена код от ноутбука занимает место? Почему его нельзя было записать в дневник? Кстати, ключ от комнаты 21. Не знаю, что это за комната. Но у нас есть код от ноутбука. Так, ладно, возвращаемся, пока тут... Зомбари... Хотел сказать, возвращаемся, пока зомбари не очухались. В смысле? Ты что, издеваешься, что ли? А, стой, 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 стой. Мы сохранялись. Мы сохранялись. Поэтому давай-ка этот хотя бы сегодня надо успеть код от ноутбука вести. Ни хрена подобного, я с подвала не начну. Вот, загрузочка. Так. Дробовик есть. Так. Пленку нахрен. Пистолет нахрен только место занимает. Ноутбук. Брать не будет. Давайте ключ от комнаты 21 уберем. Он пока что тоже не нужен. Возьмем его на обратке. Ноутбук сразу возьмем. Хотя нет. Лучше мы оттуда больше лута вытащим. Да. Вот так вот. Все, спускаемся. Хорошо, что мы додумались сохраниться. Начинать из подвала было бы вообще не это. Неправильно. Следующий. Давай, 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 водяной. Никто не водится с тобой. Так, опять. Хренак. В смысле? Так, ага. Ага. Ага, ага. Быстро, быстро это делаем. Дебильная головоломка, но очень простая на самом деле. Хорошо, что тут нет какой-то комбинации, а то было бы очень неприятно.
мы бы сейчас сидели бы, гадали, в какой комбинации надо свет включать, выключать. Вот это я дело не люблю. Так, код от дневника взяли. Гильзы взяли. Порох взяли. Еще есть два места. Патроны взяли. И мы буквально все тут полутали, да? Все, валим. Валим наружу. Наружу! Это что валяется такое? А, это записка. Все, хорош. У нас еще есть ключ от комнаты 21, но, наверное, в эту комнату мы уже пойдем в следующей серии, не сегодня. Много мотались, искали болторез, но зато сдвинулись с мертвой точки. И это прям здорово. Надо будет накрафтить пули в следующей серии. Так, 1270. Дробовик нахрен. Верните мне мой нормальный вот этот вот мощный дробовик. Гильзы сюда. Ноутбук сюда. Комбинировать с паролем. Компьютер ученого включен. На нем видеоэксперимент. Он рассказывает по ним свои видеонаблюдения. Это голосовое сообщение для криогеники. Да. То есть используем ноутбук для того, чтобы... Опа, плазма? Да, плазма крови. Вот это да. Сразу применим. ХП мало. Да, у нас есть все, что нужно. Но что за ключ от комнаты 21? Я не совсем понимаю. Я такую комнату не знаю. Комната 21. Ну ладно. Комнату мы найдем уже в следующей серии. В лабораторию криогеники мы тоже отправимся в следующие серии. А сейчас, как обычно, подписывайся, жми на колокольчик, обязательно ставь лайк, комментируй, если есть что сказать, что рассказать. Рассказывай обо мне своим друзьям, делай репосты. В общем, удачи и до новых встреч!